Утром сегодня специальная комиссия, образованная нашим правительством, Министерством транспорта, включая наших работников, выехала на эту ледовую переправу. И по результатам обследования было установлено, что на китайской стороне, то есть на китайской ледовой переправе, образована пористость структуры льда. Вот на основании, значит, проверки вот сегодня этой комиссии принято решение, значит, сегодня выпустить китайские машины в количестве 129 автомобилей из нашей страны, Благовещенского, в Хэйхэ, в одностороннем порядке. А завтра наши автомобили российские из Хэйхэ, 35 автомобилей, город Благовещенск. И на этом пока грузовую переправу, то есть для грузовых, пока, значит, прекратить, то есть с воскресенья уже переправа-то работать не будет грузовая. После того, как китайцы не ликвидируют, вот в эту, значит, не заделают, как положено, эту промойну.